Вам на Лиговку? А, да, нам на Лиговку. Садитесь. Спасибо. А вы с той стороны сядьте тогда, с той стороны сядьте. И сильнее дверку закройте, пожалуйста. Вот, хорошо. Здравствуй, друг мой. Hello. Я работаю, ладно, я созвонимся, понял, здрасте. Я а, давай, удачи тебе. Ну что, ехали? Сейчас, сейчас, я просто товарища встретил. Едем. Да руки убери ты свои, а. Сколько радости, блин. Не-не-не-не-не, друзья мои, ну надо об этом, во-первых, предупреждать. Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас моментальные, реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Пиво, пиво... Извините, мы без предупреждения. Нет, это все понятно, просто пиво нельзя в машине пить. Ну, в моей, по крайней мере, точно в такси нельзя пить пиво. Чем ваша машина отличается от какой-нибудь другой? Четыре колеса, вы двигатель в, и бензин. В своей машине вы можете делать все, что хотите, а в общественном транспорте... Заплатили. Чего? Вы же заплатили? Ну, пока еще не заплатили. Ну, считайте, что да, заплатили. И что? Угу. А у вас... Тогда я буду бухать. Вы когда... Нет, подождите, вы не будете бухать. Вы когда пользовательское соглашение подписывали, ну, ставили галочку... Подписывали? Там не вы было... ничего не подписывали. Там не было написано, что машину мы можно использовать... такси. Как притон, понимаете? В моей машине нельзя... бухать, курить и трахаться. То есть мы проститутки? Нет. Я сказал, что... притон... Они сказали притон. Ну, притон может быть и алкогольный, и там кальянный, я не знаю, какой-нибудь наркоманский или еще что-нибудь. Притон, да что такое? Слушай, было бы весело, если бы, блядь, кальян раскурил. А притон? Ну, у меня, кстати, было такое один раз. И знаете, ребята как бы были посланы далеко и надолго. Да ладно? Серьезно, еще... Реально раскурили у вас кальян? Да. Я чуть ногу им об их жопы не сломал. Так буду говорить, как бы не, жестко, но... страшно совсем. Но это не притон. Ноги в жопу сломать. Да, поэтому я... Я всего-то открыла пиво. Вот, а теперь надо его закрыть. Я не могу его закрыть, потому что не бутылка. Дай пальцем бутылку. Руки убери себе. Ну, то есть, как-то надо этот вопрос решить, наверное, да? Я сейчас остановлюсь, а вы можете... У нас два варианта есть, да? Я включу ожидание, и будет капать счетчик, вы будете пить пиво, стоять, курить, что хотите делать. Не, закурите вы, я тебе еще раз говорю, мы сейчас остановимся там за углом, вы можете выйти, курить, пить, и будет ожидание. То есть это будет капать там 5 рублей минута, понимаете, да? Вы можете делать все, что хотите, вне машины. Ладно, за, у тебя есть столько денег? За ваши мы бабки. Мы постоим, покурим, попьем, а потом ты со своего кармана все это заплатишь, да? Ну, конечно. Ну, естественно, а кто еще будет? У вас ожидание будет, да. И сколько вы будете стоять, соответственно, 10 минут 50 рублей. Сколько ты будешь пить пиво? Сигарету я за минуту выкурю. А ты мне дай сейчас. Нет, сейчас не надо курить. А ты вообще не ори. Это вы мне? Ну, естественно, а кому еще? Папе Римскому. Это вы реально мне, что ли? Ну, а кому еще, блин, черт побери? Кроме вас тут еще кто-то есть? А черт побери, это тоже я, что ли, черт? А, каналья! Ядрен батон. Понятно. Так вот ты какой боярский нетрезвый, да? Он очень плохой, когда нетрезвый. Понятно.
наверное, шпагу достать. Нет, свою шпагу вы оставьте при себе, ладно? Вот даме своей покажете. Я думаю, что вы меня своей шпагой не удивите просто, понимаете? А споры можете раскидать, которые, да, здесь разъезд. Ну, вот так ты мне рассказывай про пиво-то, блин. А вот я сейчас остановлюсь, и вы расскажете вашей подруге про пиво. Вон есть, смотрите, остановлюсь, вон там. Есть, можно покурить, побухать, там, что хотите. И вон мусорница есть, можете выбросить это пиво. Мы не поедем дальше. Там дальше. Не выброшу, за меня деньги заплачены, мне жалко. Ну, тогда вызывайте другое такси. Зарядку не потеряй, ладно. Не, ну а что, вы хотите доехать, да? Мы хотим очень доехать. Ну, так в вашем же интересе доехать, да, до места назначения и не заниматься вот этой эпидерсией. Вам нам ехать здесь 20 там чем-то минут. А вы знаете, что такое эпидерсия? Да, я знаю, что такое эпидерсия. Ура. Эпидерсия. Да, через букву Э. Отлично. А просветите меня, что такое эпидерсия? А он РПЗшник. Вот какая-то хуйня вот на руках вот начинает называться. Это кожное заболевание. Нет. Кожное что заболевание. Кожное заболевание. А, да. От слова эпидермис. Угу, я понял. Но слово прикольное, согласны? Да. И к ситуации очень подходит просто. Короче, вы нас дальше не везете. Господин Боярский. Дай-ка мне сигаретку. Не надо, здесь-то курить не надо, даст он вам на улице сигарету, нет или что? Да нет, почему нет? Сейчас здесь. Вы можете вон цветы покурить, забить цветы куда-нибудь. Раскрошить их и забить в сигаретку цветы еще можете. У вас какой-то праздник, да, я так понимаю? А? Ага. У вас праздник? День рождения у девочки. Да. Какой? Ну, моей подруги, а что? Не, просто интересно было. Спросите, что спросили. Мы ехали на ликвид, что ли? Я понял, я просто так спросил. Вы меня простите, пожалуйста. Не надо, дружище, но я же сказал, что не надо. Зачем это делать-то? Руки убрал. Я могу просто сейчас зажигалку вместе с шляпой этому Д'Артаньяну, блядь, затолкать в жопу. Я серьезно говорю. Прикольно, я бы на это посмотрел, если блядь, я отвечаю. Я понимаю, что ты тоже очень большой. Ладно, пошли, не повезут нас. Я в детстве... Таких, блядь, утырков, как мы с тобой, повезут только кто-нибудь на шестерке. Подожди. А, ты не согласен? Давай. Качели, да, начались, я так понимаю? А? Качели какие-то, да, начались у нас? Ну, естественно. А почему естественно? Для кого это естественно? Для меня, например, это неестественно. Я попросил не бухать у меня в машине. Вы начали возмущаться. Я говорю, я вас не повезу. А сейчас получается естественно, что вы собрались как-то этот момент для себя, ну, как-то обозначить. А что-то обозначать-то? Вы хулиганите, я вам это говорю. И чем вы больше будете хулиганить и настраивать меня на негативный лад, тем у вас больше шансов, что шляпа реально в жопе окажется. Серьезно. Не вместится. Завтра не хотите? А смелости хватит? Хватит. Я просто выйду тогда, и я просто руками, ну, не могу бить женщину, да? А ногами вполне. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу не то слово. Ну, просто не надо меня ногами, провоцировать. Ногами. Ну, просто не надо меня провоцировать, и все. Ну, не а надо ногами. Так. Ну, не надо меня провоцировать. Я буду защищаться. Вы же Д'Артаньян, вы же знаете. А! Я буду защищаться, каналия! Ну, конечно, я буду защищаться. То есть мне придется достать свою шпагу, да? Блять, если ты второй раз уже пытаешься достать свою шпагу, если ты очень хочешь, блять, хуй с ним, доставай. Помогать своей стрелой. Можешь это сделать, конечно. Блять, я даже буду пиздец как... Мужчина. Просто долго объяснять, почему я буду доволен такими вещами, но не буду. Пойдем, мы не будем вас... Пойдем, потрясем своей стариной. Да, идите, вон, смотрите, подворотня ест, господи, у вас там покурить, попить пиво, выпить, короче, господи, выпить. Ой, цветы, да, у чувака есть шпага, развлечетесь нормально, че вы, все в порядке будет. Шпага есть. Приятного вам вечера. Пока-пока. Че-то у нас такси, блядь, не то. Да, такси у нас не то, у нас пассажиры не те, блядь, такси-то у нас то как раз. Шпагу он, блядь, свою собрался доставать. Шпагу, блядь, свою собрался доставать. Я, говорит, шпагу свою сейчас достану. Блядь, небось какую-нибудь зубочистку собрался доставать, а не шпагу. Фу, блядь, я не могу передать этот запах. Просто я не могу передать этот запах. Ну, сука, если бы я обладал каким-нибудь... Не знаю, как это объяснить, короче, но у меня практически разъедает кожу от этого запаха. Просто пиздец. Надо проветрить.
Я не знаю, будет ли видно на камере. Выглядят они. Помните, у меня был видос, где там на алкаши свингеры были? Блять, так вот те, короче, просто дворяне голубых кровей. И внешние, и по существу, в отличие от этих, потому что это пиздец. Я надеюсь, они у меня все-таки в десны биться не будут, и этот боярский не расчехлится и не достанет свою шпагу, блядь, потому что, ну, нет, для контента это охуенно, но реально я боюсь, что просто здесь у меня где-то паучок живет денежный, паутинку плетет здесь в машине, я его не выгоняю, но я думаю, что просто этот паучок, когда этот кадр снимет свои портки и трусы, если не сдохнет, блядь, то, сука, вылетит в стекло, разбив стекло с криками: «Что вы делаете, звери, блядь?» И нахуй летит. Я не знаю, крылья у него вырастут. Потому что это будет, я думаю, здесь пиздец. Реально. Я думаю, что мылись они последний раз, когда были трезвые. А трезвые они были, наверное, очень давно. Кошмар. Кошмар. Как... Вот уж правильно, да, вот птичка с птичкой, собачка с собачкой, алкаш с алкашом, да, вот как-то так. Такие пары, блин. Еще с цветочками, бабкины цветы нашли, что удивительно. Это просто удивительно. Ебать, опять сюда ползут. Забыли чего? Доехать? Позвольте, пожалуйста, блин, мы осознали, мы больше не повторим. О, осознали, больше не повторите? Так а я вас... Извините, пожалуйста, мы оплатим. Наличные тогда пойдет? Очень, да. Наличные пойдет? Ну, естественно. Ну, я разницу тогда вам скажу. Садитесь. В маршрутку сесть позволите? Да, да, садитесь. Спасибо. Вы очень любезны. Вот видите, а вы начали с плохого. Ну давай, двигайся уже. Что, не подвинулся, что ли? Все нормально, закройте только... А, все закрыто. Все закрыто. Нам очень надо просто... И я понял, да. Я ж поэтому и сказал, что... Подвинуться нет, простите, да? Будет вся оплата. Подвинуться нет, конечно, не лежать. Да? Я надеюсь, вы ругаться у меня не будете в машине? Нет, не будем. А нет, не все... будем, конечно. Ваш Д'Артаньян очень она громкий. Она ругаться и не будет, блин. Она не умеет ругаться. Так у меня только не ездят и пираты, и мушкетеры. А, вот. Так это же здорово. Зато я могу своей шпагой помахать. Блядь. Что, там не намахался, что ли? Я даже что, пиво выбросил. Тебе не нравится моя шпага? У меня просто реально вопрос. А там реально шпага или вы льстите себе? Там не зубочистка какая-нибудь? Это все зависит от того, как это приподнять. А, то есть это ваших. Конечно. Вот, видишь, да. Вернее, не приподнять, преподнести. Как преподнесу, так и поднимаете. Иногда булавка, иногда очень шпага. Иногда булавка, иногда очень шпага. Вот это вообще мерзость. А если в улей с пчелами сунуть, то будет вообще булава, я бы сказал даже. Ну, кстати, надо. И потом, если он ко мне придет с этой булавой... И что? Ну, и по голове. По голове дать? Да, булавой. Ну, а чем булавой? А, почему? Палец, знаете, такие, да? Палец раньше были такие, да? Штука такая, которая... С большой головой такой, да. Ты-дыщ! Вот, если пчелы покусают, то... Это китайские пасечники. Китайские пасечники. Все, ладно, молодой человек, просто... Довезите нас, пожалуйста, туда, куда мы хотим. Тогда мы договариваемся. Так что? Вы не бухаете, не курите, нет. И ваш... Нет. Ваш боярский не достает свою шпагу. Ладно? И вы с ней ничего не делаете? Нет, я же говорю, я сигарету выкурила, и мы осознали, а другое такси нам... Я понял. Кто ты сказал про мою шпагу? Объяснись. Что тебе надо? Что вы сказали о моей шпаге, сударыня? Сударь, у вас ее нет. А,
то есть, блядь, все это время, что я вас трахал, блин, у меня ее не было? Можно я не буду это слушать? Что? Можно я не буду это слушать просто? Я начинаю визуализировать, и я теряю сознание просто. Ладно? Визуализируйте мою шпагу. Нет, блядь. Представь себе. Шпага, булава и то, чем людей трахают. Страшно. Хожу и трясу своей стариной. Все, давайте мы свою старину при себе оставить, ладно? Песочку оставить? Что? Чтоб колеса не насыпет. Мало ли гололед. Я очень надеюсь, что все-таки вы сегодня хорошо проведете время. И вы настолько его хорошо проведете, что Д'Артаньян уснет где-нибудь в углу. И все-таки его шпага останется в чехле, ладно? Я прошу, блядь, я очень прошу. А, то есть вы запрещаете нам трахаться? Я просто визуализировал, мне не понравилось, и я не хочу, чтобы кто-то это еще увидел. Вы запрещаете нам трахаться? Нет, я не могу этого запретить. Вы американец? Я... нет. Но я, походу, эстет, судя по всему. Коммунист? Коммунист, нет. Фу. Че, в слова поиграем? Закроем тему, реально. Закроем тему. Нам ехать надо. Нам ехать надо, да. А то время теряется. Взял бы, сказал, я эффектен. Эффектен? Ну. Ну, шапку надел, значит, эффектен. Я эффектон.